Список терезинских авторов был бы неполным, если бы мы не вспомнили об одной женщине, которая не являлась профессиональным композитором. Она вообще не являлась композитором. Она была детской писательницей и поэтессой. Ее звали Ильза Вебер или Веберова. В 1942 году ее с мужем и младшим сыном Томми депортировали в Освенцим, в Терезин сначала. Старший ее сын Хануш избежал этой участи. Он был отправлен с одним из детских транспортов в Швецию, благодаря чему он и выжил. А Ильза Вебер, оказавшись в Терезине, начала работать медсестрой и ухаживать в больнице за детьми. И для этих детей и для своего младшего сына она писала песенки. Песни очень простые, очень короткие, от них сохранилось только мелодии. Всего 11 песен таких сохранилось. Она аккомпанировала себе сама на гитаре. И песни эти не претендуют ни на то, чтобы быть выдающейся поэзией, ни выдающейся музыкой. Но в той конкретной ситуации эти песни продлевали людям жизнь. Ищи Бога.